давайте тормознемся, да? Можно, наверное, попробовать. Оскар, он там. Кормы и покатим руками. Да, 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 да. И туда, напрямую, под ветер. Я бы сначала пешком протопал бы. Ради бога. Нет, ты спустимся, пройдемся. Нет, посмотрим. Я не спустился. 4-5 человек наших на мост. Бинокли спускаются без оружия. Поэтому смотреть внимательно. Заходим. День заходил холодный, точнее теплый фронт. Теплый фронт заходил с сильным ветром, осадками, положительная температура и высокая влажность нам давали обледенение. Сегодня тоже условия сохранились, но они в более легкой форме, и делаем попытку, в общем, в надежде пробить облака и уйти на маршрут. Потом вчера мы были гораздо дальше от точки Северного полюса, соответственно, взлет — это слабая динамика скороподъемности, ну и в условиях вот этого теплого фронта и обледенения, то есть мы бы вообще потеряли динамику скороподъемности и перестали бы набирать, ну и пришлось бы садиться. А сегодня лететь маршрут покороче, соответственно, топлива меньше, соответственно, нам энерговооруженности хватает, чтобы динамично набрать и выскочить за облака. Так что готовимся, летим, льдина подобрана, а сейчас готовимся к взлету. Когда я скажу «отпускаем», да, ну или команда «взлет», а все, отпустить, не препятствовать. Каску достигнул, Игорь? Его надо разогнать, продвижаться.